Прокуратура Севастополя помогла пенсионеру, которому чиновники необоснованно отказывались подтвердить статус ветерана Великой Отечественной войны. Ведомство провело проверку соблюдения прав инвалида второй группы на получение мер социальной поддержки. Установлено, что севастополец получил травмы в детском возрасте вследствие военных действий в годы Великой Отечественной. Мужчина обращался с заявлением в Управление труда и социальной защиты населения Нахимовского района города, однако там ему отказали в выдаче удостоверения ветерана. Прокуратура внесла директору регионального департамента представление. После принятия мер прокурорского реагирования заявителю выдано удостоверение ветерана, участника Великой Отечественной войны. Ему выплачена материальная помощь ко Дню Победы, а также назначены предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.